На Ямале прошла первая волна конкурса социально значимых проектов в рамках проектного офиса «Ямальские молодежные инициативы». По итогам 6 проектов получат гранты от губернатора, а еще 4 будут реализованы при поддержке молодежного правительства ЯНАО. Общий призовой фонд конкурса в этом году увеличился до 3,5 миллионов рублей. Всего на конкурс поступило 125 заявок. Самой популярной оказалась новая номинация «Инициативы творческой молодежи» – 21 проект. На втором месте – спорт, ЗОЖ и туризм. Грантовую поддержку в размере 150 тысяч рублей получил творческий проект Екатерины Бережной «Кукольный театр в чемодане. Сказки о Ямале». Девушка совместно с командой волонтеров проводит серию театральных представлений для школьников и дошкольников Лабытнанги. В репертуаре у маленького театра народные ненецкие сказки, интерактивные квесты о культуре народов Ямала. Мы собираемся потратить деньги на новые квесты и на новое оборудование для реализации нашего проекта.